не знаете. Вы приехали в Рязанце, вы не знаете. Мы приехали выполнять работу согласно проекту. Люди, у людей есть вопросы. Вопрос не согласован, мы работы останавливаем, не продолжаем до момента согласования дальнейшего. Вот старший идет, председатель кооператива. Здравствуйте, Сатрия Мелитополя. Расскажите, пожалуйста, что здесь? На как этой все? Улице проходит газопровод. Угу. Незаконно. Вот это слышка. Незаконно сделали это... Подземку. Мы сомневаемся, что будет хороший газ. Как бы в этом году всем тикает, глядя. С газом у нас уже быстро. А они фотографируют. Ну такая я. Посмотрели, проект есть, нет ни согласований, ни с городом. Да ничего у них нет. Ни с водоканалом. Прорвали кровь, кабель. Ни с Укртелекомом. Все строится незаконно, без всех... То есть без документов, без ничего, да? Все проникали, все. А мы хотим, чтобы... И вот люди были, приехали как бы представители Горгаза. Они незаконные. Увидели вас, сразу убежали. Все повтекали, гляньте. Вот это хотят нам обрезать. Вот это вот буквы «П». Вот от того вот столбика. И вот до этого вот. Вот они хотят это, сделать там подземку. А нам вот такую трубку, в эту трубку варить. Вот, что у нас газа не будет, будет вот так, еле-еле-еле. А нам подземка не надо. Пишите заявление. Вот, пожалуйста, давайте, подымайте вот это вот. Верь, как все люди подымают. Почему раньше не пишусь? Почему? Кому раньше не писали? А что вы не знаете? Мы ничего не знали. Мы здесь работы производили уже 2 недели. Ну хорошо. 2 недели? А почему вы говорите о работе, если у тебя документы? Где ваши замечания? Где ваши заявления? А почему вы это? Ну, почему? Не знаю, вот они, где этот парень? Это было не 2 недели. Это было... дорогой мой, не крик. Это было не 2. Кабель срезали. Все начали вывести. Прорвали кабель, это самое, Москва-Симферополь, который прорвал. Если бы он порвали, тут уже давно бы стояли люди. А что же она ушла сейчас? Почему же она ушла? У меня есть телефон представителя. Порвали брошенный кабель. Вот телефон представителя, он оставил мне его и сказал, что если работа будет права, у них вопросы. Действительно. Я не знаю. Кабель они будут устанавливать. Значит, он нужен. Горячий или нет? Мы такие в этом деле. Вот мы живем на 281. А там от нас заглушка недалеко. Газа мы не получим. Муж больной мне. Это ж вообще кошмар. Это издевательство просто над людьми. Что вы смотрите? А что мне остается делать? Мне 72 года. И я прожила, всю жизнь проработала. Инфаркт получила. Вот в таких козлов. Все. Что вот так вот делают? Вот куратор стоит. Вот. Без документов он делается все без документов, все на это самое. На моей земле. За деньги все делается. Земля не...